Так а что мы ждем вообще за сбор игроков? Мы готовы? Да, я готов. Они рандом набирают. Ебать. Так, а где это я нахожусь? В каком городе? Да, надо было, наверное, хотя бы учение пройти какое-то, я вообще не выкупаешь. А справа строить, Арсений, не спрашивай, если что. Я не вижу. Как уменьшить скорость камеры? Вот Дима. Дима, это я, а Кача это Дима. А Степан это кто? Степан это я. О, я с Русюхой. Пизда тебе, да? Степан, ты живешь с двумя ворами в одном городе. А кто-то еще с нами. Блять, да, Степану пизда. А я, мне нормально. Так, я далеко. Искать жену. Блять, ну они эти воры, это просто пиздец. Они да потом... мужики, я, если честно, вообще не понимаю, что делать. Разожжутся. Я могу на паузу поставить. Я не знаю, что Джокер будет душить. У тебя справа снизу строительный режим. Там доступно твое первое здание. Ты должен его построить. Желательно рядом с рынком. Там ты нанимаешь рабочих и говоришь им что-то делать. Я тебе по ходу игры могу объяснять просто. Сначала построй дом. Как мне знать, где рынок находится? Вот, видишь, рынок, палатки такие вот рядом с тобой. Лесные братья вот есть. Левый, завтра грабим братья. Короля. Рынок завтра. А если я тоже пойду на снег, мы друг вижу, друга... Гигиен, вот это рынок. Ничего не делать или что? Окей. Если мы будем Джокером... Почуга мастерового я строю, да? Отбитый миру палец. Сделаем. А то его ланснекта будет моих воров троллить? У нас 2 года закончилось. Джокер, а как ты выбирал ту женщину, у которой что-то есть? Нажимаешь завести роман и смотришь, что у них в инвентаре просто. А как завести роман? Нажми на себя, и у тебя социальные действия там. Угу. А, то есть ты так всех просмотрел, да? Да. Начать роман, да? Жестко. Мне говорит, нельзя начать. Почему? Ну, вы ни с кем не это говорит. А, нет, там не роман, там что-то другое, посмотри, там сердечко. Это ухаживание? Да. Начать роман только уже в зрелом возрасте можно. Ну, точнее, когда вы уже знакомы хорошо. Как ты смотришь, что у них есть? У них есть успех. Нажимаешь, да, и смотришь, сколько он стоит, и сколько их штук. Ну у нас что-то бабы какие-то не очень богатые. А если ебать, а эта баба сможет меня защитить нахуй от этого? Бабу 16 этих одежд. И 20! Я нашел себе одну. Она работает в баре. 20 чего? А, я понял. Воды. Я пошел к ней. Так, лесные братья, я вас нанимаю, погнали. А ты будешь, надеюсь, дефать от разбойников, чтобы они быстро не прокачались? Ну, вначале я не могу дефать, мне нужно самому прокачаться. Сначала надо воровать, чтобы потом ловить тех, кто ворует. Да. То есть это Джекер, типа, вот если у нее 7 штук, то 85, это нормально или нет? Сколько должно быть бабок вообще примерно? Ну, чтобы у нее что-то дорогое было, по-хорошему. У нее 2 картины, которые продаются по 100. Вот ты сейчас смотрел, это дешево. Поделаем. Здорово. В гилду играем. Гилду играем. Пойдешь с нами? Конечно, пойду. Присоздаем. Максим! Кто? Пожалуйста, за тех, кто душит разбойник. Понял, сделаем. Не надо. Так, Джокер уже душит разбойника собирался, в смысле? Их будет двое. Мы друг друга будем душить, получается? Нет, только разбойников. Так, тогда я через Ланснехта буду, да? Дима, да? А можно как-то Ланснехта? Здесь еще типа боты есть, да? Правильно? Да. Но они особо ничего не делают. Так может надо... Это большая карта Лондон? На 11. То есть будем мы вчетвером и остальные боты впятером. Мы впятером, ты хотел сказать. Да, нас 5 уже. Я начинаю. 2 года заход. Хорошо. Потому что один это слишком долго. Бля, что я походу далековато от рынка, бля. Я в залупе появился опять. Борсю? А у меня рынка нахуй нет, это нормально? Есть он, просто... Ты Борис? А, вижу. Нет, это я Борис. Я в Брикстоне появился. Я тоже в Брикстоне. Я с Борисом и Гача. О, я с Максимом. Ебать, Максим, будешь учить меня играть? Наверное. Сейчас он тебя научит. А 2 палатки строить или 1 сначала? Просто 2 можно построить. Максим, отправляйте сюда своих солдат, пожалуйста. А срочно. Где? Куда это? А он не может сразу отправить солдат. А куда отправить? Ты скажи, я просто у вас сейчас предприятие поставлю. Скажи, где?
Мейдстон. Мейдстон. А цвет? Я зелененький. Нет, цвет этого. А что вы просите у Максима, чтобы он нас не грабил? А, белый, белый цвет. Белый цвет. Белый это не может быть, такого нет цвета. Белый это цвет нихуя, это пустоты. Ну, у тебя цвет нихуя. Я именно там и нахожусь. Понял. Бля, ну Максим, не знаю, в самом углу карты, как еще? Не знаю, бежевый. На бежевый похож. Да, бежевый, правый нижний угол? Да. Нормально вышли? Все нормально. О, разбойничий лагерь головорезы, там мы построимся, блядь, рядом. Я понял. А что ты хочешь построить? Еще свой лагерь, уже, типа, блядь, Максим? Их разбойники, да что ж такое, что? Блядь? Так у меня еще нет разбойников, то не мои даже. Это боты. Ёпта, ну что за жизнь? Бля, вам делать нечего, да, типа? Максим сейчас построит еще один лагерь головорезов рядом со мной, типа, что ли? Нет, у меня будет лагерь... Ростехтов на первой... У меня казармы наемников будут. Куда я попиздячил, ебать? Ну не сейчас. Гадать по руке, гадать по руке, гадать по руке, гадать по руке. Все, пошло добро. А ты иди выебывайся тогда. Селка в соседней селке. Джекер, а что фокусы? Делать с зданием? Я построил здание. Нажимай дальше. На него два раза. Да. Там можно нанимать работников за 200. И перевозчиков. Пока можешь двух нанять, но там в расширениях есть дополнительно. Твоя задача... Работника и перевозчик. Да, твоя задача перевозчику сделать маршрут, чтобы он доставлял тебе поленья. Из поленьев у тебя чуваки будут делать доски, а из досок факела, понял? Замай на маршрут третье. Мальчик после маршрут, 13 да? лет 10 кинжалов носит. Да, плюсик еще раз нажимаешь. Блять, у меня опять... Давайте еще маршрут не точку. А почему это желтый? Плюсик нажимаешь, да. Вон, это твой герб, ты у меня деньги... Сначала нажимаешь рынок поленья. Добавить поленья. Нет, это не мой еще. Нет, это не мой. Право. Поленья. Ебать, у вас там, походу, выгодно будет ланзех поставить. Там одни бандиты. Сна, ну. Вот, нажимаешь. А, дальше. Ее переносишь вниз. Чтобы минусик был. И выбираешь снизу свой... Вот то, что ты построил, как оно называется. Вместо рынка. Я не могу. Можешь выбрать. Там, вот стрелочка вниз. А есть. Почему засаду нельзя устраивать сейчас на серое? Рано, 650, накопи сначала. Титул накопи потом. Надо титул, да? Вот так, да? Разбой 2. Нажимаешь сохранить. Я просто не помню это. Подтвердить. Вот, нажимаешь на этот маршрут, он будет закупать терети. Этим челом перенеси, чтобы они сосновые доски делали, например. Бандитам, короче, очень тяжело во власти. Прям супер тяжело, если играешь дольше, чем пару часов. Я очень начинают не любить. Подкупить нельзя никого. Нет, нет, там нет, подкуп не так работает. Тебе нужна репутация у людей. Потому кто что желтый? Они... тебя никто не будет избирать, я... если тебя не любят люди, а тебя ненавидят. И будем вот когда мы тогда мир. Играли, мы ровно один этот. Дай. Ровно один. Один срок мы там могли отсидеть. Кто угодно бы баллотировался на наши места, мы бы сразу слетели моментально. Ну, Максим, я был разбойником, и я баллотировался, и я выиграл, нихуя не давая взятки. Ты был единственный. Нет, двое было. Было двое, и вы. Но это даже было на раннем этапе, потому что потом был вообще пиздец у нас по репутации. Прям полный крах. А ты скинул Джекер? Нет, пока я немножко занят. Джекер, я вот убежал к девке, что мне с ним делать? Как мне. А у тебя успех должно. Ну, прошел успех. И что дальше? Теперь нажимай социальное действие, ты можешь ей либо дарить. Цветы, либо заигрывать, либо целовать. Это все зависит от твоей харизмы уже. Как это будет прокать. Дарю цветы, ебать. Успех, ебать. Погадалки фармят быстро. Успех. Сколько нужно набрать, чтобы она меня этот? Чтобы заключить роман, нужен фул. Гадалки это просто супер фарм. Какие гадалки? Которые по руке гадают. Ваша репутация повысилась, кстати. Репутация ваша снизилась, те жители района Лондона испытывают к вам дружелюбие. Это скажется на ваших сотрудниках, которые работают в районе.
Неудача, ранение, блядь, минус 2 харизмы. Ну, она тебя въебала. Она может, типа, это, прокидывать. Въебать тебе. Обидно. У тебя как в жизни, да? Угу. Так, а ну, репутационную. Посмотрим репутацию, когда ты особо не пиздишь никого. Засадами. Да, меня уже обожают. В районе Бриксон у меня уже почти, блядь, этот, у меня уже 78. Я понял, нужно, короче, для того. Правитель покинул нас, завтра это новый правитель. Нет его. А, бургомистр есть. Изичная жена, изичная. Ёбаю. Землевладельцы. Иди быстрее, надо... иди быстрее на рынок, женушка. Продавай все пожиточки. Ладно, придется немного самому в соло засады пришел поставить. Пришел какой-то жирный муд... А, нет, это разбойник. А, ну 17 забираю, ладно, 17. Ой, доспехов-то нет совсем, бля. Кольчушку надо покупать, последнюю. Розовый разбойник? Нихуя, непонятно. Кольчушку-то надо взять одну, да. Ебать! Ебать, я фарманул! А что ты орёшь-то? Я 20к фарманул! Когда фул... Нихуя себе! Вот поэтому я орву. Блять, она все продала! То, что я хотел... А можно без романа сходу её... Подожди, рис, да? Ты мечи продал? Не, нельзя, по-моему. Бакардос, ты мечи продал? Да. Ах ты сука, я тоже за ней бежал, блять. Мразь, блять, мою жену увел. Там, сука, у него 25 мечей было. 25 мечей носила, блять, тупая, нахуй. Изичная, изичная. Я как увидел эти мечи, я такой, нихуя себе. Так, мужики, ну вы поженились, что дальше? Что можно тебе делать теперь? Полоску на фолк забивай, продавай ее шмотки. Веди ее на рынок, продавать ее шмотки, сегодня что-то было. Блять, 20 тысяч, я хуею. 20 тысяч, да, я сразу опусу. О, сейчас потечет бабки. О, вот это имба, найти такую бабу. 20 мечей, да, у меня. А у меня баба была богатая, стала, блять, небогатой. Понимаю, нахуй. Пизда брал, нахуй. Ой, блядь, на ком я женился? А, у меня тоже было в предыдущей игре. Я ей за ней ухаживал. В итоге, блядь, так нужно следить, что беру замуж, что у нее. И она продается. Так что, Бакардос, бургомистром баллотируешься, блядь, или где там? Да я. У меня не хватает же влияния. Влияние надо для горожанина. Поздравляю. Так взяточку 5000 хватает сразу. Как продать шмотки, Джекер? Я пришел на рынок. Нажми на рынок два раза. И там справа ее вещи, если они есть. Uh-huh. Куда ты бежишь? Максим, а кому надо давать? Что за вопрос? Я всего на 8000 продал. Блять, магазин, нет. Я всего на 1000 продал. Какому-нибудь человеку, который уважаемый там. А как это понять? Блять, бать нахуй девка дурная. Я почему-то, я нажал, короче, дать взятку. И у меня типа... Посмотри имена с чиновников там, все такое. А, вот, казначей, сборщик подати. Понял. Игорь, как посмотреть на свое здание, где оно? Справа, видишь, у тебя здания такие есть эти. Да. Неудача, в смысле? Ты, короче, теперь себя и жену в свою избу приведи, и там можно ребенка сделать. Можешь и сам, можешь один туда прийти, если можешь сделать. Жену не обязательно, ты справишься. В этом написано, что у меня работника можно повысить. Нажми на него. На него, и там стрелочка вверх, его характеристики. Опа, алмазики. Алмазики. Ну, ловкость, наверное, я не знаю. А что, устроить засады теперь у нас законно, кстати. Ну, это всегда законно. Когда это появляется, им всем устроить засады можно ставить, да? Изи горожанин! А ты ставишь им всем? Летим в город, блядь. Я только тех, кого одеваю. Я кому даю шмотки, я тем и устраиваю. Бакардос, все нормально, блядь. Там вообще, да, плохо. А? 18 слабую нахуй пижу, блядь. Пиздец, я быстро улетел. Все, я в город уехал, пацаны, давайте. Давай. Удачно поженился, чисто. Максим, а если не одеты, то плохо все будет. Ну им пизды дадут, когда они засаду сделают. Естественно, жокер. А во что ты их примерно одеваешь? Обычно кинжалы ебаные даю. И все, да? Да. Я сейчас закуплюсь кинжалами тоже. Пацаны в чате, а вы шарите, кем Бакардос в мозгу полетел? А есть разница, какой магазин продавать? Типа в городе? Арсюха, теперь расширение нажимай. Кем лучше быть?
Можешь больше работников продать. Медицину качать. Там мне не нужно больше работников. Как не, это? Нужно, нужно. Опа, плюс 21 тысяча сюда, нахуй. Пацаны в чате, шарите? Как заработал? Угадай. Свадьбой? Конечно. А что ты там продал такого? Каменные статуи, блядь, 18 штук на силу дура, блядь. Напоминает этот. Знаешь, как мы когда на рынке, когда ранний доступ был, мы на рынке спекулировали, зарабатывали. Ничего хорошего, кстати. Вообще пиздец, я тоже задумался, пиздец. Но потом, когда у меня такая жена тоже появилась, мне стало нормально, типа, уже не так плохо. Я теперь не знаю, во что идти, брать медицину, либо алхимию. Да, им пизды дали, бля, ну ёпта дай. Ну а ты думал, кинжалы хотя бы дай им, какие-нибудь дешёвые, из говна. Ну нужно самому на рынок прийти купить и отнести в этот лагерь, да? Опа, мегаишница отлизывает. Вау, нифига себе, это не до завтра хватит, спасибо. О, бля, что-то душно, бля, у меня джекер нету денег, блядь. Что делать? Вот ты факелы делаешь, спасибо, построй маршрут, чтобы продавать факелы. Так же, как ты делал с деревьями, только теперь плюс должен быть у тебя дома, а минус у рынка. Так, куплю 6 кинжалов и... Что им еще купить? 6 щитов. 3 щитов. 3 щитов могу купить? Да. А только 3 могу купить? А, их всего 3, потому что... Что за хуйня, как это сохранить? А одежды вообще нет. Ясно. Ебать, есть женщина, у нее, блядь, почти 40 кинжалов, нахуй. Так. Блять, что за хуйня? Завидная жена, нахуй. А, нет, все делаем. Сделаем так. Хоть факела долго ебашит. Ну вот, Джек, что дальше? I'm a bit busy right now. Так. А как развод сделать? Ну вот он, все у тебя типа автоматическое производство, чел. Yes. А можно как-то развестись? И... Или что надо нажать? И убери маршрут, чтобы закупать дерево. У тебя типа сего много, тебе его не надо много покупать. Я убрал, убрал. Гайс, гайс, гайс. Пицца, пицца. Я же убрал этот маршрут, не? А, чего, чего? А как, Максим, как сказать им вернуться в дом всем? Каждого веди. Как развестись? И... Никак, по-моему. Никак развестись нельзя? По-моему, можно было. Что он делает? А как ее убить? Я не знаю. И им просто в инвентарь перетащить меч и щит, да? Это душная игра, на самом деле, вторая попроще была. Пицца, пицца. Нет, ты сейчас просто разберешься, тебе полегче будет. Да, это Джекер прав. Просто начал с... ну, в принципе, нормальной штуки. Наоборот, сделать больше этой хуйни. Вы сделали ребенка? Бист, я наебнулся. Да я вообще нихуя не понимаю, если честно. Че-то что делать? Вот у тебя торговый маршрут, у тебя чел должен факела ходить продавать, вот у тебя деньги фармятся. Отведи двух своих персонажей к себе в дом. Это и... я сделаю лучше. Ну, вот, мой... еще раз отведи. Нажми два раза на дом, и там законно похвалить достижениями можно их поставить, они будут бегать и хвалиться. Это дает тебе известность, и тебя начинают больше любить. Это где? На дом свой два раза нажимаешь, и они должны быть в доме.
Ну, вот да. Видишь, похвалиться достижениями действия. Перетаскиваешь к ним, и они бесконечно начнут делать это действие. Ебать, меня только что ограбили на 40, блядь, тысяч монет, нахуй. Ты мне говоришь, что они сделают тебе, почему на не сколько? Сделали? На 40 монет, я бист наебнулся. Ну, может, ты не сделал? Так, все. Наебнулся я. Молодец, парень. А то ты мне сейчас наделаешь тут бед. А здесь нельзя уже строить здание, как раньше? Нет, здесь такого нету еще. Максим здесь? Угу. А как им одеть? Вот я им дал кинжалы в инвентарь. Приятного аппетита. Я на них нажимаю и не могу из их инвентаря им в руки перетащить. Дима. Бист, я насрал, убирай. Как ты им кинжалы даешь? Ну, перетаскивал в руки их, взяли. Типа, потом выводил из здания и... Пицца. Бист, я наебнулся. Ну, типа, там немножко подзъеб будет, да, неудобно. Два альманаха по 1600 спиздили, ебать, них в рот, нахуй. Угу, не понял, заходишь. Бокал вина за. А если не получилось с ребенка завести, что еще раз пытаться? Ну да. Перетимец, да что, как это посмотреть? An employee has reached a new professional level. Это как, а как ее посмотреть? А как вернуть домой? Просто вручную. Бокал вина, да, это реально тупо так долго. Пицца. Бис, я наебнулся. Понял я. Yes? Я им всем раздал прикинки, кому-то из них даже щиты. Листа, который наебнулся. И у которого наебнулся донат. Правильно, с засадой. Как купить новый ранг? Можно покакать. А слева сверху нажми на спиннер. No clues, like а что? Ну, а, слева сверху спиннер. Угу. Получить тики. Вот там, да, закосали первый. У тебя вот, видишь, обилки твои открываются. У тебя ремесло. За 650 вторую открываешь. У тебя открывается возможность сделать кинжалы, но это такая херня, что лучше на факелах сосредоточиться. Типа, они невыгодные, их очень долго делаешь. Так, но у меня... Ебать, на мою жену напал кто-то! Ебать, вы разбойница, на мою жену напал! Ах ты тварь, Джокер, блядь! У нее есть что-то? Ножик у него, блядь. А у моей... Ну, у твоей ножик, блядь. Ну, убей ее хотя бы тогда, добей, блядь. Я могу. Да ты заебал, сделай что-то до конца, блядь. Нахуй она мне полуживая, блядь? Нельзя какать. Но она восстановится. Лучше бы, блядь, уже добил ее. Там есть другая жена, у нее там нахуй 10 тележек ходит, блядь, ебанутые. Бист, я не наебнулся. Джокер, ты заебал. Так, и они лут будут носить ко мне, да, сюда? Прикольно. Там будет продаваться автоматически. Так, Максим в каждом городе такую штуку сделал. Это в каждом городе придется типа ходить вручную, давать им кинжалы. Добей жену, пока не поздно. Прикольно. А как же добить? Чуть панель ухаживания, там вроде развод был. Да не было. Я раньше видел, как будто, а сейчас не вижу. От вас говно и воняет. А, блядь, ваше семейство растет, ебать. А я что, два раза пытался запузячить? А. Я поел.
Да, пойду заведу потом. Что? Пора, Дима. Потоп, ебать. А я тебе говорил, Арсений, пошли в Дейз, блядь, нет. А я тебе писал, Пицца, Пицца. Вчера было по факту. Ну я пришел, вы уже в гильдию играли. Ну, а мы до этого сидели, хуй знает сколько. А я мог прийти, а ты уже в Дейз играешь, понимаешь? Ну, я не знаю, какие моды качать, понимаешь? Так ты бы мог у Димы спросить, например. А Дима откуда знает, какие моды качать? А он играл уже. Я поднялся. Да, я знаю. Ну ты не говорил, что мы Диму уберем? Так может мы... А, то есть ты не хочешь, чтобы я играл? Ну и так я бы Диму возьму с собой. Бля, я вас не беру, понятно? О, бля, Дим, возьми, пожалуйста. Ну ладно, уговорил. Ну видишь, вот как бы и волки сыты, и овцы целые. Строить засаду законно, но это идеально. Законная засада, бля, всем не двигаться. Бля, я им дал кинжал и щит, и все равно пиздец, это нормально? Они хуёвые у тебя, значит. My blade is wetted. Может их стражники пиздят, я просто не знаю. Но кинжал... Одна сила атаки, 15 урона, одна защита. Так, отпетые мошенники, что они умеют? Откуда я знаю, какой серф? Играть в кости умеют. Ну идите, играйте. I'm ready. Похуй. Как это сломать? О, у меня какой-то Кристиан появился. Кто такой Кристиан? Ты охранник? Сынок? Сынок твой, может? Нет, у меня в этом появился работник. Может, он зашел купить что-то? Купить, да, вот в лавку зашел. Правда, они когда заходят, редко что-то покупают, если да, он еблан полный, это Кристиан, это тот, который, блядь, там, я не знаю, он говном стены мажет. Будь осторожен, следи. Понятно, понятно. Следи за ним. Так, как там репутация, да, посмотрим. Репутация заебись, в Южном районе обожают, в Брикстоне обожают. Джостерсов ненавидят, нахуй в Мейстоне, блядь. Там чистая ненависть, блядь. Это Ди... это... Джокер, по-моему. А ты Дима Мучи или кто? Дима Мучи, да. Гача Мучи. Тебя в порту очень любят, и везде так нормально тоже. Потому что хороший парень, как бы. Пока Джокер, что только да. Джостерсов хейтят, пиздец. Что Джостерсы такие, че? Мы жену отпиздили прямо у дома, блядь, ножом. Ничего святого, блядь. Она беременная была, вот без пяти минут я вот шел сексом заниматься. Блядь. Ничего святого. У меня же не стояла продажа досок. Стояла. Ну, на досках поднялись мужики. Ебать, спиздил пиво. Класс! Эх, не святой, конечно. Вас уважают. Джекри, четвертого работника надо нанимать или не особо? Надо, я часто нанимаю, потому что удобно очень. Ну типа больше производишь, зарплаты у них нищенские. Примерно как у твоих модеров. Так что ничего плохого в этом нет. Так, я им карманный краджи поставил, это нормально? Ну это хорошо или нет? Так, я понял, короче, в кого качаться надо. Вы еще этого, наверное, не знаете, но все ваши предприятия, даже разбойнические эти, логово, сейчас находятся под авторитетной защитой, как бы. За это даже платите. Кому платим? Мы платим. Это правда? Да, вы платите за то, что вы под защитой. Кому? Мне. А почему мы с тобой ничего не договаривались? Да, потому что мои ланцнехты приходят и напоминают вам, что мои услуги стоят денег. Я спиздил 3 сторожевых пса.
Это чем, карманной кражей или засадой? Сука. По-моему, я... Что это? Плюс 3. Карманная кража — это просто пушка. Карманная кража, она просто без драки напрямую достает у чуваков из инвентаря вещи. Это безумие какое-то. Понял. Жена, это имба. Типа, я всегда форшу сразу максимально карманную кражу, как могу, а потом... То есть ты эти здания строишь, да? Да, я типа всеми правдами и неправдами этого добиваюсь. Сколько ты этих зданий строишь примерно? На максимум. А потом их апгрейживаешь в притон, который позволяет грабить дом. Но их сам этот дом нельзя апгрейдить, да? О, блядь, отпиздили вора Кеннета, блядь. Диминова, походу. Бля, не трожь воров. Так его на рынке прям стражник захуярил. И второго пиздит тоже. Ты не ты можешь прям целый дом апгрейднуть или как? Да, строишь логово воров, а потом... Улучшить здание, да? Да. Потом строишь там воровское логово, а потом воровской притон. Не трожь воров. Максим, дай заключим мир. Ебать, денег. А я не бью никого, Дима. Но мне это не интересно в любом случае. Не интересно. Не, вообще не интересно. Не, мне это будет. Мне хуёво будет репутационно из-за того, что сами. Мы никому не скажем, Макс. Так не работает, блять. Дима, мы с тобой обнимаемся или что? Я не знаю, а че. О, ебать, мы хвастаемся. Я поставил хвастаться, и ты. Как прошел день, ебать. Ебать мы друг друга. Опа, успех, нахуй. Наебал, блядь. Наебал, что выиграл катку в доте. А я проиграл еще и плакал потом. Вор должен сидеть в тюрьме. Да, династия сопереть. Бандиты. Идешь. Бандиты режут друг друга. К тебе идешь охранник такой, с собаками. К тебе подбегает вор, ворует 3 собаки и убегает, блядь. Как тебе, блядь, такое? Максим, они в лавке что-то покупают вообще? Я всегда лавку выключаю, нахуй. Понял. Сразу на рынок машу. Нахуй. Так, ну кроме шуток, я уже селянин. Я понимаю, что это, наверное, не так и жестко, но для человека, который не ворует, более-менее. Жестко. Наверное, все-таки жестко. Я плохо ворую, поэтому... Опять. Ебать, Дима, твоих воров просто разрабатывают, нахуй. Они прям на рынке подлетают, да? Пиздить, и их сразу его напиздили еще одну. Элай. Я не чувствую, что все плохо. Я что-то не чувствую. Их прям ебашат. Они ебашат как надо, если что, Максон. Пойду сейчас во власть, Дима, сделаю засады, кражи супер незаконными, приговор сделаю. Супер суровым, блядь. Стражи закину нахуй на улице. Не надо, Максим. Костик, как это сделать? Я ж не могу построить троэд. Не могу. Можешь, ты можешь там до определенного количества домов строить. У тебя пока не открыто, по-моему, Сеня. Вот, у тебя есть пока только ремесло первый уровень. Ну да. Это проблема. Тебе надо было на варе начинать, на варе легко очень. Да ебать, ну когда ты в хобби, да. Не, не очень легко, если жену не найдешь. Вот самое легкое, это вот найти жену, как Бакардос, и я... Да, там даже пиздец. Без жены нормально. Я не женился никогда, и все равно нормально себя чувствовал. Ну там старт, типа, очень-очень быстрый. Вот я сейчас селянин, я на горожанина. Женишься, продаешься, убиваешься. Нормально. Мне нужен купец, чтобы ловкость рук два сделать. То есть у меня развития вообще никакого, куча времени не будет. Так, а есть смысл второе здание такое строить или нет смысла? Такое же. Нанять еще работников и в два раза больше денег кормить. В принципе, да, смысл есть. Только если строить, то в другом городе, Сеня, не в этом. Зима. Мне объявлена открытая вражда, ебать. Кто? Это нормально. Какой-то фенедикт, ебать. Предлагаю защиту. Блять, у меня кто-то от перед всего. Судом. От пожара, блять, от людей. Могу даже представить к тебе охранника, если хочешь. Мне нужно построить такое же здание где-то на другом рынке, да? Ебать, шикарно влияние у меня набирается, оказывается. За счет чего? За счет того, что я, короче, построил лазарет и одну женщину поставил в ней лечить прихожан. И ебать, у меня уже было что-то 700, ну, по-моему, 720, а стало уже 960. Очень быстро, очень качественно. Очень качественно. Советую, приходите. Да. А ты ставишь им гадать по руке потом первому зданию, чтобы репутацию оформить? Эти бьюга.
Кто еще раз? А как узнать, твоя жена беременна или нет? Нажми на нее инвентарь, там иконка ребенка. Ты ставишь. Ты вот когда два дома этих построил, вторых, да, Максим? Ты первому дому ставишь гадать по руке? Жестко я напал, блядь. Хуйло с кинжалом, блядь. Где, где? Да не надо. Там где-то на рынке, блядь. А не надо. Так он прям на моего персонажа, нахуй. На Ланснефта напал. То он случайно. Я ему сейчас кости переломаю, кстати. То он просто посмотрит. Бей его, бей! Если ты займешь должность раньше... Смотри, ебать. Так, сначала мы его берем, спиздим его кинжал. У него же, блядь. Оп, нахуй, сюда деньги дал. А потом сейчас стражник съебется, мы ему нахуй кости, блядь, все. Ко всем хуям, блядь, где он там, это хуйло, блядь. Стражник ушел. Позвали. На, нахуй, блядь. Да за шо? На, блядь, сука, это блядь. Это куда? Какой сейчас? Есть, блядь, готово, нахуй. Еще репутацию повысил. Бедный паренек. За шо его так душу? Блядь, с переломом там, нахуй. А теперь пойдут пожертвование церковь сделаю, на его деньги. Бедный паренек, ты меня сам назвал. Я шел в церковь, я пошел жертвовать церкви, блядь, а ты да они сами там просто работали. Опа, есть. Блядь, у меня кто-то умер. Кровач, так что мне поставить второй же, такой же, только делать там мечи? Надо еще где-то вымогалку поставить, денег одну. Желтый район, в принципе, нормально. Там, где Димины воры. Тоже хорошая идея. Так, блядь. Там, там пожар разнес все, видели, кстати? Острая сталь. Сюда, ебать. Прошу убрать с ваших людей, не надо. Им здесь не рады. Не надо шутить с войной. Меня уже превозносят в южном районе, в Тауре и в Бристоле. А как это посмотреть? Нажимаешь на книгу династии, и там выбираешь свой этот, ты смотришь репутацию. Тебя еще очень... Тебя тоже любят в трех местах. Тебя в южном районе, в порту и в Мейдстоне, да, тебя любят. О, блин, сразу сын вырос! Первый ребенок, сразу сын, ебать. Джостерсов в Мейдстоне ноль. У них про их там просто ненависть, блядь, в Мейдстоне. Я походу, когда я тебя там сломал этому чувачку твоему ноги, блядь, твоему бегунку, мне только спасибо сказали все. У меня репутация из этого выросла. I'm hurrying. Of course. Ебать, она хвасталась, родила ребенка, получается, да? А у меня сейчас сдох ребенок или что? Чего я не вижу в списке? А если несколько, у тебя один главный. Там может новый появится, да. А, понял. Один главный ребенок. Погадаю сейчас. У меня залагало, по-моему, или нет? А, ты меня погадаешь? Погадал тебе, да. И Диме погадаю тоже. Да за что там 10 ботов есть, души их. О, Дисмексон со мной. Максон погадал мне за 36 денег, ебать. Максон, что за хуйня? Круто, да? Да чё-то нет. Я ж стою на улице в баню. А чё у вас тут произошло? Почему у вас тут дома развалились, нахуй? Это мой дом, не трожь, блядь. Ты прям около дома. Нет, развалились прям. А, ну не, не, не. Я повторяю, союз мне не интересен, Джокер, при всем понимании. Ты задуши сейчас начинающих воров. Я вообще вас не душу, у вас дела лучше, чем у меня в 500 раз. А нахуя бросать камни законно это надо ставить или нет? Нихуя не понял. Ну вот, что нужно, какое действие нужно взять? Полиция только или все? Извините перед соседями, ящики на рынке. А, да, хвалиться перед соседями — нормальная тема. Он один раз пиздотый, чего же бояться? Я не знаю, как контрить, допустим, даже если вас много, типа, а шо я ему сделаю вместе с тем же Джокером, типа, вот. Не-не, я не знаю, если типа, I am respected, то мне, пожалуйста, еще ланснехтов, и пускай идут за защиту, выбегают действия. Что делать надо? Все, пошли трудиться. Ну, если теперь купим на титул. Да я спиздил. Тоже пойду выебываться, как говорится. Да, я спиздил сколько? 1500 одежду спиздил! А вы взятки не даете, что ли? А, у меня денег столько нет. Хуёвый, значит, вор. Ну вот, душа твоя. Я вас не душу. Лже Максоуни. Я единственное, чем вас подушил, это погадал вам по руке, блядь. 36 золота. 36 золота, чтобы погадать на руке. Ты в своем уме? Верни деньги. Нет. Ну еще обходил, чел Джокер на меня напал. И хотел меня выебать. Но не в автоматическом режиме хоть. А в итоге выебал я его. Как
короче, уважаемые, так сказать, шановные. Так, что лучше, воровать дома или карманы? У нас сейчас идет человек в охранники совета. А как этот, Максим, как подастся? Да. Нам нужно очень срочно идти во власть и запретить все эти преступные дидли-дудли. Иначе мы все будем в говне. Да, а как этот, это а как во власть-то пойти? Неправда. Нажимаешь охранник неправда совета, это городской архив, справа сверху. Он сейчас там недоступен. Ну, пока. В центре, видишь, в центре такие четыре конки наверху. О, да, засада. Блядь, еще один разбойник Джокера на меня напал. Да ну давай, зашел нахуй, блядь. Давай поговорим, блядь. Он на меня напал, он меня отпиздил только так, ебать, кстати. Он голый и при этом отъебашил, будь здоров. Кто? У него сила 6, ловкость 6, это что за убийца? Как его зовут? Кто это? Коннелл. А чей это? Да, он просто в ебаной одежде, в лохмотьях ебучих, блядь. У него ловкость 6, сила 6, Халк, блядь. Ебать, спиздил от три булки. В смысле, он сейчас в засаде стоит? Не, он только что меня отпиздил. У него хп мало очень. Там нет, не у него дохуя хп, в том-то и дело. Он ни одного удара не пропустил, он от всего увернулся и все попал. Может и каких-то на карманы, а каких-то на дома поставить? Ничего, у меня в каждом городе по два дома. Может один дом поставить на карман, другой это? 50 всего монет. Ну да, у меня же ничего внутри нету. Карманы надо будет, когда вот серая кнопка станет выдвинуться, вот это зеленый, да, надо нажимать на нее? Да, да. Надо мониторить, когда можно, да, я так понимаю. На карман. Поварам можно не давать, да, ничего? Я вроде юзал один на дома. Но вот здесь я поставлю на дома. Вот только оружие, ну и доспехи, если хочешь. Королевская депеша. А себе ты давал что-то? Я сам хожу, блядь, в кольчуге, нахуй, с мечом, да. 338. Ебать, свиток все это спиздил. Нет, когда ты за воров играл, ты воровал кого-то прям вот так вот? Как вот так вот? Кольцо. Ты говоришь про воров, которые карманная кража? Нет, ты за своего перса у кого-то что-то воровал? Гарнизона ну да, нету, а надо ставить на гарнизон, чтобы дефать воров своих. Пиздишь по косарю, а, вот так вот, просто ебать. Ты искал у людей, да, конкретно? Ну да, я ищу человека, еще вижу, что у него там бриллианты, сразу иду к нему пиздить. Просто ботов перебирал, получается. Один тип знал. Ну так и надо, по-другому не заработать. Ты уверен, что может на в доме тоже рандом есть? Уверен, понимаю, Фроник, или может быть старый инфа? Богатых челиков. Почему у меня не улучшается дом? Чел за защиту нормальная, кстати. Что с домом? Неси депешу, брат, что я уже продал ее. По идее. Я типа не шарю. Так, все, могу уграбить. А им за воровство внимание или сила отвечает? Ловкость отвечает за воровство. Так, мне нужно в хороший рынок купить доспехов. Диминого вора какой-то жирный богач пиздит кулаком. Пока даже удачно. Вора Джеймс зовут. Бля. Я Кристиана вижу, он с женщиной дерется. Я... I'm here. Вроде пока я шампусь. Тут чистит ебало. А у богача, блядь, кстати. Сука. На, отъебать. А ты когда блядь, там 40 печенье мог спиздить. Ну 40 ты не спиздил бы, ты 2 спиздил бы. А, да? Оно так работает. Ой, я могу Димона подкупить. И дать ему 5000. Димон должен стоить лицо? Нет, просто это ты ищешь человек, который хай-рэнка, типа, ну там всякие купцы. Не, можешь подкупить меня сначала, серьезно. Не-не-не. Почему? А, он может подкупить тебя в ответ. Прямой конкурент. А он может подкупить тебя в ответ, и вы просто формируете влияние дохуя. Но это нечестно. При этом денег никто не потеряет, да. А какая так разница, мне дать или боту, блядь, не понимаю. Если так и так, то получишь. Бля, ты мог с вами играть, искать жен, у которых по 25 тысяч денег, там, чтобы продать и быстро скупить сиранки, а потом подкупать обузи друг другу влияние. Может, пойти вдвоем поиграть? Мы не обузим влияние. Не, нет. Я просто... Нет, Дима сказал, а почему ты вот... Ты говоришь, нет, что не хочет, может, занеси мне. Ну, он может занести мне, спросил, почему не хочется. Я сказал, это лично неприязнь. Точно не лично? Ты мой конкурент по бизнесу. Я твой братан по бизнесу, у нас мир, блядь, заключен. Ты что, охуел, блядь? Охуеть, кидает, давай мир, блядь, давай мир, окей, ты мой конкурент. У нас мирная конкуренция. Мирная конкуренция, я понял, блядь. Так, если я отменю сейчас эту хуйню, у меня просто мои воры будут твоих воров пиздить.
Это по факту. Понимаешь? Я служителю даю взятку, его кто-то бьет, ебать. Его напали. А я ему в это время взятку даю. Он избил кого-то до полусмерти. Так, подойди сюда, блядь. За ним мой вор бежит, только не выбирай его, пожалуйста. Два четыре монеты лечиться, ебать лечение дешевое. Идеально. Получил 1300 влияния. За 5 косарей, это нормально? ТЗ. Там косарь получаешь. Косарь за 2, там, по-моему, такой. Я получил 1000, плюс 300. Ну, да, 20 золотых за лечение, это нормально. Да это вообще дешево. Loot. Так, сейчас закуплюсь армором, пойду воровать у челов. В центре Лондона так много стражи ходят. Mm-hmm. Там можно купить кучу всего. У рапира больше урона. Короткого меча. Ого, у короткого меча 40 урона. Да, короткий меч ебёт. Вы одеваете воров, что ли, своих прям? У меня нет воров. Oh. Я, да. Ну, воров нет, я только этих первых самых. И себя я буду сейчас принаряжать. Что про торговое пространство? А, за что это значит? Для лавки. Блять, может надо довольство клиентов сделать все-таки, блядь? Это довольство клиентов твоей лавки, если ты почитаешь. Да, это не очень круто. Кольчугу, да, можно себе одну взять? Угу. Ебать, а чё я такой старый? У нас год за 4, что ли? За 2. Кольчугу, а есть латы для арбалетов? Ебать! Я понял, Джокер, а Челик меня 120 голды только что гопнул, блять. Просто у нас же мир как... Не забывай про фокусы или минусы. Такой у нас мир, блять. Хрупкий. Хрупкий мир, да. Кинес труда, она вроде дорогая, довольно. А пистолет в слот оружия? А нет, в слот руки. Я пистолет в слот. Ну ладно, я лучше возьму этот. Ты бастер, спасибо за рисоп 28 месяцев. Ёбаный рот. Коня. А где купить коня? Бля, 28 месяцев, это почти уже 10 лет, ё-моё. Да и бастер, с моё уважение тебе. У него пистолет хуярево, надо пистолеты делать незаконно. Всё незаконно. Димас охранник совета. Пицца. Я же обидел. Я наебнулся. Тебя любят в совете? Меня как узнать? Я не знаю, Максим. Заходишь в это же, в городской архив и смотришь там полоска ХП. Сколько у чуваков? Зеленая, желтая, красная. Блядь. У тебя должно быть. Почти зеленая, наверное. Почти даже, ну, не хватает немножко. А как любовь их подкупать? Типа деньги давать им или как-то по-другому можно? Не, никак. Раньше можно было подкупать, да. А если это деньги, она ничего не даст? Дать. Ничего вообще, абсолютно. Чтобы репутацию повышать, нужно в кругосветки ездить, хорошие дела вот делать, там, куда-то. Церкви жертвовать по КД. Может, церкви жертвовать, кстати. И она дает? О, прикольно. По-моему, нет, блядь. Можно сама жертвовать тогда. Ну там, типа, по-моему, есть, но совсем чуть-чуть. Я в этом если плане хоть чуть-чуть, говорю. То нормально. Блять, репутация а фокусами.
Репутация, которая влияние, или репутация, которая репутация? Репа именно нужна. Не, фокусы, говорят, пока помогают. Ты слышал? Сейчас посмотрим. Фокусы. А суть несколько нечего трюков фокусов можете развлекать горожан, улучшая их настроение. Да, скорее похоже, на правду. Это мейнам надо фокусы показывать, интересно? Или любым? Любым, конечно. Это же династия твоя, все. Бист, я наебнулся. А ты карманные кражи типа у Чела Фарош, да? Или ограбить персонажа нажимаешь? Ты кому? Карманный же, конечно. Ограбить этого бездыханного тела Джокер снимать. Понял. Ушки время покупать, как? Попробуй 7 шкафов у Чела украсть. Нет, ты не спиздишь 7, ты спиздишь 1 или максимум 2. Какие пушки? А зачем покупать пушки? Пушечки, а у меня никогда не разворачивается, нормально? Нормально, Дейс? Ну, а тебе сворачивать нельзя или что? Нет, можно, я не знаю. Можем сохраниться, пересоздать? Хранимся, да, пересоздадим. Или просто старый сейф загрузим, чтобы у него просто боты сейчас наделали всякого. Пересоздаем тогда? Может, Дейс? Я тоже, я вообще нихуя не понимаю, мне играть, если честно, ну, просто неинтересно. Бля, так заебись. Скажу честно, я буду ждать, я говорю, больше не буду играть, буду ждать патчи, наверное, чтобы с браком вот эту вот хуйню решали по 25 тысяч. Это дал боебизм. Нет, порешали. С рынком же порешали. Просто уберут по 20 товаров у людей в руках. Вот и все. Ну, она блавку несет, типа, скорее всего. Типа, бот. Так это же рандом. Это же жена не династии. Это жена, которая просто существует. Это бот. Это рандомный, типа, рандомный непись. Зачем рандомному непись 20? Дайте ему один товар. Все. Так, DZSA Launcher. Да ты представляешь, сколько времени я буду одевать каждого бота? Хорошо, каждый бот надо закинуть. Наиграли, да? Да, все. Все уже, да? Да. Ну я, да, наверное. У меня тем более не развернулось. У тебя есть DZSA Launcher, Арсений? Да, есть. Запускай сервак, называется так, палить нельзя вообще никак, потому что пиздец там будет сразу.